Mercedes Sprinter 2004 год. На приборной панели загорается индикатор ТСО. После запуска двигателя он также продолжает гореть. Этот значок указывает на неисправность штатного тахографа. Никак на работу двигателя, на запуск, движение и прочее никак не влияет. Только отвечает он за ошибку тахографа. Сейчас попытаемся ее сбросить. Для этого нам потребуется включить зажигание, достать карту. Без карты, точнее без шайбы, еще старого образца тахографа, без шайбы засунуть обратно в слот шайбы, выключить зажигание, потом включить зажигание и заново поставить ту же самую шайбу. Попробуем. Итак, включаем зажигание, достаем карту. Бывалое, черненькое все. Закрываем, он должен прожужжать. Все, выключаем зажигание. Включаем зажигание. Открываем. Засовываем эту же карту, вернее шайбу. Шайбу принял, включаем зажигание. Смотрим. Включаем зажигание. Сначала загорелся ТСО. Заводим. Никаких ошибок нет. Повторюсь еще раз, что этот индикатор ТСО отвечает только за неисправность тахографа. Никак не влияет на работу двигателя и прочие системы машины. Это только тахограф. Многие его привязывают, что загорелась лампочка, начала троить и так далее. Совпадение, не более. ТСО только на тахограф.